два дня уплотняли его. То есть вообще, ну вот здесь сейчас заменили вот этот подстилающий слой. На железнодорожном переезде в поселке Часы продолжаются ремонтные работы. Основная проблема, которая требует решения на этом участке – просадка рельсов. На данном этапе уже поменяли шпалы, а подстилающий слой заменили на гранитный щебень. На время здесь сузили дорогу, но неудобства для автомобилистов это не представляет. Ход выполнения ремонта проконтролировал глава муниципалитета Андрей Иванов. Получается, что в апреле мы, или даже раньше мы откроем постоянный полосы? Постоянно-то раньше откроем, уже после 20 числа будет открыт. То есть все полосы заработают? Да, заработают. Никакого сужения не будет? Да, сужения уже не будет, а просто обновление асфальтового покрытия будет уже к концу апреля, уже в температурный режим. Правильно? Да. Все идет согласно графику. К 20 февраля будет закончен первый этап. Качество работ на этом объекте на особом контроле, отметил Андрей Иванов. Сейчас рабочие готовятся к замене дефектных рельсов. То есть разрабатываем, очищаем клемные соединения, стыковые накладки. И завтра, наверное, будем менять на подходах по 6.25 рубки укладывать. То есть дефектные рельсы менять на новые. Кроме того, территорию рядом с железнодорожным переездом в Часах благоустроят. В апреле здесь обновят асфальтовое покрытие, а в ближайшее время в полном объеме будет восстановлено и дорожное движение. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».